Ралли, проходящее через равнины и леса по широким дорогам из гравия. Это одно из самых быстрых ралли-чемпионата. Но гравий здесь рыхлый, и на нем трудно удержаться. Так что надо быть осторожнее на поворотах. Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер, и мы продолжаем проходить Колин Макрей Ралли 2.0 для первой PlayStation. В прошлой серии мы с вами завершили снежное-преснежное ралли Швеции, выиграли там, а сегодня нам предстоит жаркая Австралия, жаркая красно-желтая такая Австралия. Насколько я помню, очень сложный этап. Ну и в принципе, судя по тестам, которые я опять же таки провел перед этапом, разочек проехавшись по нему, да, задача предстоит достаточно сложная. Толком я что-то не смог настройки подобрать, ну сейчас вот коробку удлиним, ралли скоростное, прыгучее, подвеску немножко смягчим, тормоза чуть назад, мне кажется, так лучше, хотя я больше люблю баланс спереди тормозов, но тут, по-моему, кажется, что лучше его назад сместить. В общем, не знаю, достаточно непривычные для меня настройки, но посмотрим, что это даст. Я говорю, в ходе тестов я так особо и не смог настроить. Машину разбил очень сильно, сложная трасса, извилистая, с постоянными с воротами, с какими-то загогулинами. Ну, в принципе, я помню и из детства, что ралли, конечно, оно достаточно красивое, но очень сложное. Помню, мне всегда нравилось тут место вдоль трубы такой, ну то ли нефтяной, то ли газовой. Да чтоб тебя! Ну и сразу же началось затыка. Самое главное тут не вылетать. То есть я когда тестировался, я постоянно вылетал в деревья, в кусты. Тут очень такие широкие обочины, и они, ну машина там, в общем, буксует. И вот желательно туда-то как бы и не вылетать. Если ехать достаточно аккуратно по трассе, то все равно отстаю, но тогда не так сильно и критично. В общем, не знаю, получится у нас сегодня выиграть или нет. У меня достаточно большие сомнения на этот счет. Вот. Ну, зато тут можно срезать без особых каких-то боязней. Есть открытые участки. Достаточно прикольно, конечно. Машина как-то она вязнет. Вот здесь пыльные дороги очень. Тут, видимо, даже не гравий, а прям вот пыль, песок какой-то такой. Такая дорога глинистая, песчаная какая-то, видимо. Вот, поэтому такое управление достаточно вязкое, заторможенное. Чем-то похоже, кстати, на то, что было в Швеции, но не так сильно несет. Ой-ой-ой. Да. Ну, начало, конечно, не сулит ничего такого благоприятного. Ну ладно, у нас частенько начало задается сложное, а потом выбираемся из той ямы, в которую сами и зашли. Вот видите, опять времена даны, которые я тут уже поставил, проехавшись. Ну, надеюсь, что мы их везде-везде побьем. И побьем намного. Потому что я вижу, что, по-моему, где-то первые 3 спецучастка, может даже 4, еще так более или менее я ехал.
Но дальше начался кромешный ад. Я в двух спецучастках вообще последний приехал. О, вот такого у меня вообще ни разу не было, чтобы у меня зелененьким был отрыв. То есть я ни разу нигде не лидировал. Были допы, где я чуть-чуть отыгрывался, как бы, но тогда уже было отставание большое. Так что вот именно зелененькое. Ну ладно, будем надеяться, что это так и продолжится. Вот такие вещи, они меня прям сбивают с толку. Вот это место сложное, блин. Помню, я тут в детстве все время в дерево прямо мордой втыкался, и такой переворот был. А, вот эта кочка еще, и вот оно, дерево это! А. Ну, более или менее. Ага, и... Ох! Ё-моё! Блин, я посидею после этого этапа. Кошмарики. Да, миллиметры эти. Они прям надолго в памяти остаются. Ой-ой-ой, камни. Да, Ники же говорит мне, не срезай. Там камушки. Оп! Да ё-моё! Чуть раньше надо было тебе сказать. Блин. Ну, кстати, хорошо, что мы быстро перевернулись. И встали мордой по направлению движения. Ой. Чувствую, блин, опять придется перезаезжать это ралли. Ну ладно, это только начало. В принципе, не так много, кстати, проиграли-то. 3 секунды всего. Я с этим переворотом ожидал больше. Ну, повезло, я говорю. Перевернулись прям в цвет так. Так, пока 4-е место. В общем, так, если я в 6-ку попадаю сейчас, вот при этом проезде, я, ну, ничего перезапускать не буду. Будь как будет. Вот разок протестировался, машину настроил, все. Ой, все подразбил. Ну ладно, починим только самое, наверное, разбитое. На все, потому что денег, времени не хватит. Чувствительность мне чуть-чуть не нравится. Хочу прибавить ее. Сейчас посмотрим, что у нас 11 минут осталось. Ладно, тормоза достаточно важный элемент. Давайте тормоза починим. Здесь больше ни на что времени нету. Да. Не, ну, даже так вот сейчас едем, и то лучше уже, чем было. Я после 2 спецучастков уже вылетел из 1-й 6-ки. Сейчас пока хоть держимся 4-м. Самое главное, внимательно и... ну, внимательно слушать штурмана. Потому что дальше тут будут сложные такие участки, где он прям будет подряд говорить повороты один за другим, и там вам не заблудиться, да еще и будут ворота всякие. То есть, ну, сложные условия, в общем. Пока просто едем вот по такой непрерывной ленте. Вот, всякие, да, развилки здесь еще, и они, блин, такие сложные, еще с кучей поворотов один в другой. Поэтому надо четко следить, в какую сторону будет поворот с этими воротами, с развилками, потому что я несколько раз не туда уезжал. Еще вот эти места, где скопление зрителей, так скажем, и рекламных билбордов, они тоже немножко это выбивают так. Вообще ралли такое яркое, цветастое, и иногда из-за этого теряешься. Ой, что-то разбили.
Вот я помню, мы с Лехой именно на этом ралли. Оно скоростное и такое сложное. Тут можно разогнаться и прям куда-то классно так песочиться. Мы вот здесь прям старались разбивать машину. Это такой у нас тестовый крэш, тестовый полигон был. Особенно тут вот будет спецучасток, я говорю, очень с длинной такой прямой вдоль трубы этой. Там, помню, такой поворот будет потом резкий, и вот там, если впилишься, прям вот, вот так, поворот иди. А, не, не то место. В общем, такой этапчик. Ну, сложно, что там говорить. Ага. Ну, более или менее. Опять же, проиграли, но чуть-чуть. Пока все в пределах даже где-то 10 секунд, по-моему, у нас там отставание. Не больше. Да, даже. А, общий зачет. Ну, чуть больше, да, уже. И самое главное, смотрите, Бака лидирует. Это очень хорошо. Если мы все-таки не выиграем здесь, главное, чтобы обосрались у нас Дугас и Макрей. Так что Бака нам пока не соперник. Пускай выигрывает, не жалко. На пыльной Австралии. Тойота хорошо Короллу готовит к австралийским землям. А лучше, чем соперники. По идее-то на Тойоте здесь у нас Карлос Сайнс идет. Ну это Бака этот. Наверное, типа прообраз. Ой-ой-ой, вот. Блин. Чуть не уехал направо. Вот, вот такие места, они вышибают из колеи. Ой, гляньте, как красиво-то. Прям заходящее солнце. Тут и так, ну такой желто-оранжевый цвет превалирует, а на закате так вообще становится каким-то таким красно-оранжевым. Ну, в принципе, как в Австралии есть, да, у нас красные пустыни эти. Оп-оп-оп, вот здесь я помню тоже тогда в тестах слетел прямо туда вниз. В каньоне вы там тоже достаточно сложно ехать, но вы гляньте, ой, удачно как ударился. Бочком, бочком. Не, ралли интересное, конечно. Хорошо, что здесь еще дорога достаточно широкая. Можно чуть там поскоростнее заходить, либо ошибиться, и тебе хотя бы частично простится эта ошибка. О, пылища какая классная. Ай-яй-яй, ох, ну... Ладно. Главное не терять времени. А, кстати, вначале забыл сказать, что вы досмотрите видео до конца. В самом конце я там большое объявление сделаю. Вот, так что не выключайтесь. Так, ну опять вот меньше 5 секунд постоянно проигрываем. Ох, насколько лучше, видите, время, чем мое же собственное. И все равно мы проиграли пяток секунд еще. Вот хорошо, что Бака, Бака, держись, парень, держись. Отыгрывает по чуть-чуть, но... Ну да, всего 6 секунд, а ну конечно, блин, за один этап все это можно профукать, все это преимущество. Ну а мы пока четвертыми так и идем. Фу. Блин, напряжная, конечно, ралли. Все равно мне вот что-то настройки не очень нравятся. Поэтому и, наверное, не могу. В принципе, сейчас едем
Ну так, ошибки, конечно, есть, но не критичные. Не очень мне нравится поведение машины. Машина, слава богу, хоть не сильно у нас разбивается. Ну так, все, но по чуть-чуть. Блин, даже вот не знаю, что такое, что бы такое сделать-то. Так. 5-6. По-моему, это, кстати, скоростные будут этапы. Прям такие. Коробку передач вот еще бы. Может, покороче сделать. Хотя сейчас вроде бы должен быть прям скоростной этап. Ладно, оставим пока так. Да, кстати, тут опять полез опять на свою полочку с дисками. Мне кажется, там ничего так лицензии. Обнаружил, что у меня, оказывается, есть первый Mass Effect. Наша, ну, с русской... Там озвучки, правда, нету, там первый Mass Effect, по-моему, еще золотое издание там какое-то выходило. Прям с озвучкой. Это у меня хоть и лицензия, но она просто с текстом, ну, с субтитрами. А, вот-вот, вот это место прям сейчас тут прямая такая будет мощная. Обалдеть, ребята, 220, 230. Ох, вот здесь если резко дать в сторону, тут машина прям кувыркнется, перевернется, в смысле будет кувыркаться, прям бочку делать, ну раз, не знаю, можно ее 6-7, наверное, если хорошенько ее так крутануть. Я говорю, это ралли идеально для крэш-теста. Вообще раньше я достаточно много лицензий покупал на комп, только многие из них пораздавал. Ну вот, говорю, нашел Mass Effect лицензионный первый, потом, ну вот, Colin McRae есть, Runaway есть у меня, это квест, кто знает. А, не помню, по-моему, еще вторая часть была. А, вот это место, да, с трубой. Блин, классно вообще. Такое местечко, оно чем-то даже на Россию смахивает. Я думаю, у многих в городе есть вот такая вот труба, которая идет поверх прямо. Ну, правда, там не нефть, а теплотрасса. Но все равно чем-то похоже. Ее еще обычно на зиму стекловатой там обкладывают и потом заматывают что-то типа такой... фольгой там изоляционной. Ой, блин, вот тоже место такое. Чуть направо там не повернул. Потом что у меня? Готика третья, оказывается, есть лицензионная. Вот. У меня еще была и вторая Готика. Ночь Ворона лицензионная. Но тоже куда-то она у меня, блин, исчезла. Фаренгейт нашел. Это боксовый на трех дисках, сидюшках вообще, оказывается. А я давным-давно туда вообще не заглядывал, я же на компе-то не играю. Да и вообще сейчас, если что-то есть, то в стиме как-то с дисками. Я привод-то не знаю, у меня в компе привод стоит, но я им не пользовался уже годами просто. Вообще ничего с наличием интернета в приводе надобности вообще отпадает, в принципе. Так что да. Помню, у меня еще Rainbow Six, Vegas была первая. Ну, кто знает, это такой тактический экшен. Ну или шутан. Правда, он опопсел ко времени выхода Вегаса. Вот. Но первые части совсем были такие прям хардкорные. Вот, ну тоже. Так, надеюсь, я туда заверну, да. Блин, ненавижу эти моменты.
с этими переходами. О, блин, вот куда здесь сейчас? Блин! Там вообще были 6 что-то влево, 6 вправо. Фига себе. Еще и этап-то короткий. Ой-ой-ой, 9 секунд, кошмар. Вот о чем я и говорил. Вот попался. И все равно, смотрите, время-то улучшил свое, но проиграл дофига, прям. 15-й. Ну все, без шансов. Догнать Дугаса. Да ладно, не пропустить бы еще кого-нибудь вперед. Сейчас последние два этапа, они вообще будут прям очень такие напряженные, прям напряженные. Буду сейчас потеть сидеть. Блин, ну хорошо, что машина не разбита. Я даже не знаю, что чинить, собственно говоря. Коробочку все-таки уменьшу, потому что, да, слишком длинную, наверное, коробку все-таки сделал. Так бы пошустрее бы она разгонялась у нас. Наверное, ошибка была. Я что-то думал, что скоростнее все-таки будет Австралия. В отступлении, кстати, мужик-то говорит, что это самая скоростная гонка сезона. Ну, что-то я с ним не согласен. По-моему, Финляндия это пошустрее будет. Или он там одна из самых скоростных сказал. Ну, в общем, да, она быстрая, но не настолько. Собственно, есть только одно место, где у нас в ограничитель коробка уперлась. Кстати, я тут раз уже заговорил о всех игрушках, которые у меня есть. Недавно себе грид приобрел. Я не помню, я, по-моему, даже говорил уже об этом. Блин, вот куда тут сейчас? А, это просто... Слышу, Неро сужается. Дальше сужается. Короче... А, я еще даже, по-моему, в Корее был. Купил себе грид. Там что-то скидка была на него. Он у меня был в списке желаемого. Купил его, короче, за сумасшедшие деньги. Просто сумасшедшие денежки. 99 рублей, да. Вот так вот. Я практически разорен. Вот. И что-то я еще притарил себе. А, F1 2012 у меня теперь в Steam C есть. Блин, ну вот куда ж, что такое, а? Ну вот, как я и говорил. Эти развилки, они меня просто куда-то вышибают. Вообще ничего не понимаю, куда ехать. Как та блондинка. А, чё, куда ехать-то вообще? Еще штурман на ухо столько надиктовывает, что мозг не успевает обрабатывать. Ой, опять. Здесь я улетел тогда вообще жестко. Выбирался полминуты, наверное, из этой канавы. Слава богу, сейчас. Кстати, по-моему, такое впечатление, что мы в обратку сейчас едем по, по-моему, второй трассе. Вот этот мост. Тоже там. Вполне может быть, потому что... А, блин! Вот чуть-чуть, видали, зацепил просто. Он вмяли как левую бочину. Чё, куда здесь? Правильно повернул. Охренеть, вот чё, я вообще не понимаю, что он там говорит. Left, right, left, right. Кошмар, как у него язык-то не заплетается там. Стенограмму читать. Ух. Да, даже в Дирте есть, ну, в новом этапе, который в обратку едешь, поэтому... Да, ну и в реальных ралли есть такое. Поэтому... Ничего удивительного, как бы. О, смотрите, насколько время превысили, но все равно...
Ай, проиграли, проиграли. Пятое место. Так, да. Последний спецучасток. В общем, задача минимум не пропустить больше никого. Бака вроде держится пока на первом месте. И слава богу. Там отрывчик-то у него эмалипусечный. Опять развилки. Все равно по мере, конечно, как бы прохождения этапы усложняются. Ой, да ладно. Ну, то есть, имею в виду, что вот эти развилки... Ну, может, Австралия действительно вот такая вот куча поворотов, развилок непонятных каких-то. Уже самая такая сложная по этой части, это, конечно, Великобритания. Там вообще кошмар. Там эти поля, какие-то фермерские угодья, там заблудиться без... Так, без направо, да. Услышал точно. Вот, ну здесь тоже уже что-то подобное. Ну чё, Австралия, Великобритания, бывшая колония, поэтому все точно так же. Очень похоже. Может, не такая скоростная, блин, но тоже заковыристая. Где сложный участок? Ага, вот развилка. Так, еще и асфальт. А, это мы сейчас... Вот, тоже, кстати, в обратку едем. Смотрите, вот был же этот участок у нас пару дней назад. А, и все равно отстаем, да, в ограничитель уперлись. Как они так машину здесь тогда настраивают? Что они, блин, и на прямых едут быстрее, чем мы. И вот здесь... тоже жарят. Не, ну конечно, ехать надо аккуратно, я это понимаю. Ну ладно, тоже не все же выигрывать, да, так интереснее будет даже для нагнетания атмосферы. Ой, 3 секунды. Ну ладно, пятый, правда, финишировал. Где там? Вот, тоже 5 секунд сам у себя еще отыграл. Везде, в принципе, удалось улучшить, на что я и рассчитывал, но все равно. Даже на подиум не попали. Даже не попали на подиум. Ну так, особнячком, да, смотрите, финишировали. И позади далеко наш, кстати, напарничек, да. И впереди... Дугас, Макрей. Ой, хорошо, что Бака победил. Это прям ништяк. Ладно, не так много, значит, мы очков проиграли относительно наших основных соперников. А, по крайней мере, они у нас пока основные. Макрей снова сейчас тогда выходит единолично на второе, получается, место. Дугас чуть-чуть проигрывает, ну а Бака где-то там далеко будет. Поэтому он нам не соперник. Так, ну что, давайте теперь я объявление, которое обещал, сделаю. В общем, заходите в группу ВКонтакте, я сегодня там выложу голосовалку. Голосовалка будет о следующем. То есть будет список игр, которые, по вашему мнению, мне стоит пройти следующий. Там будет порядка 20 аж игр, так что заходите, голосуйте. Ну и та игра, которая победит, естественно, я ее пройду, в общем, следующий. Если будет одинаковое количество голосов, то будет переголосование. Голосование будет достаточно долго проходить. Я еще буду напоминать о нем вам дней 10 точно. Так вот где-то. Вот, а может даже... Ну, в общем, заходите, я все скажу. И еще хотел бы отдельно поблагодарить очень сильно... моего одного из подписчиков, это Фархада Агеева, точнее Агаева, прошу прощения, извини. Большое тебе спасибо за то, что предоставил мне Assetto Corsa для PlayStation 4. Огромнейшее тебе спасибо
запомни этот день. Ты первый вообще человек на моем канале, который хоть что-то мне, ну, подарил или как-то мне помог. Большое тебе спасибо. Я этот момент тоже не забуду. Ну а на этом я с вами прощаюсь. С вами был, как всегда, Скудер. Подписывайтесь на все, на все ссылки, которые есть под этим видео. Twitch, канал на YouTube, группа ВКонтакте. Все, всем пока-пока. С вами был Скудер. Увидимся в следующей серии.